Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Попади в десятку». У нас на обзоре охолощенный пистолет ТТ-ВПО-528 от завода «Молот Армс». Помимо самого пистолета, в комплекте нас ожидает руководство по эксплуатации и два магазина. Эта модель предназначена под имитацию стрельбы светозвуковыми патронами калибром 10x31. Изготовлен он из боевого образца. На корпусе имеется клеймо с годом выпуска. Длина модели составляет 196 мм. Весит он при этом 900 грамм. В руках ощущается просто великолепно. Также предусмотрена возможность разборки и сборки данного пистолета. Это значительно упрощает ремонт и обслуживание модели. Плюс ко всему, позволяет приобрести столь необходимые навыки обращения с боевым оружием. На заводе «Молот Армс» была произведена деактивация пистолета, которая предотвращает использование боевых патронов и переделку данного образца в боевой. Например, ствол был вварен и отсутствует возможность его извлечения. Патронник расточен под калибр 10x31. При этом ну, а в канал дым и ствола огонь выходит практически в полном объеме, препятствует прохождению поэтому через при стрельбе из данных предметов помните о технике безопасности и не направляйте его в сторону людей или животных, так как это может привести к ожогам. Естественно, в конструкции полностью применяется металл, исключением являются лишь щечки рукояти. Пистолет отлично подойдет как в качестве учебного пособия, так и в качестве реквизита для фото и видеосъемок. Приобрести его можно свободно с 18 лет. Сделать это вы можете на нашем сайте. Ссылка на приобретение под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».